Доброго времени суток всем. Любителям винила посвящается. Наверное, многие из вас знают о таком старом советском проигрывателе, как Артур 206, и о его нестабильной скорости вращения диска. Сейчас я помогу устранить эту проблему, если кто сам не знает, как это сделать. Ничего сложного здесь нет. Смотрите и запоминайте. Для начала снимаем диск. Здесь что мы видим? Здесь мы видим статор. Я крышечку на нем снял заранее. Вот в таком вот виде он у вас будет стоять. Притянутый четырьмя болтами. Статор сверху. Получается, диск — это ротор. И между ними вот этот зазор часто бывает не отрегулирован. Вообще похабно сделан. У меня несколько миллиметров была разница. Здесь и здесь. Слепой заметил, какая обалденная разница в зазоре. Что я сделал? Разобрал, снял эту крышечку. Ослабил три болта, которым крепится сам статор. Одел назад диск. Вот я его одел. И теперь через эти отверстия мы можем посмотреть зазор между ротором и статором. Его хорошо здесь видно. Вот эти две точки. Здесь и вот здесь. Они должны быть абсолютно одинаковыми. Что я сделал? Банально взял, вырезал из двух толстых бумажек. Это обложка от тетради ученической. Они абсолютно одинаковой толщины. Вставил здесь зазор между ротором и статором. И здесь. Подтянул их пальцами, удерживал. И болтики закрутил отверткой. Снял диск, убрал бумажки, все просмотрел, подтянул окончательно. Скорость вращения стала, ну, совсем другое дело, а? Ну, что раньше-то было? Примерно вот так. Имейте в виду, пользуйтесь, настраивайте свои ртаки, они еще вам послужат. Всем привет, всего хорошего.